прибыли мы на Карибское побережье. Поселок местного значения. Прибыли мы в отель Viva. Как мы видим, и отсюда стартуем на наш любимый остров Самана. Тут такой отельчик уже со своим колоритом. А вот какое красивое растение тут растет. И вот мы выходим на пляж Карибского моря. Вот как раз к нашему празднику 8 марта и соорудили такую конструкцию. Давайте сейчас. Такие бунгало, тут себе отдыхаешь. Такая красота. Там и корпус есть. Но нас больше нравится нам бунгало. Пожалуйста, пляж Карибского моря. Здесь даже пальмы другие. Здесь как-то больше на Сурин похоже. Как по первому взгляду отличаются строение пальм и берег, скажем так, сразу глубоко. На нашем побережье. А так везде красота. Да, пальмы тут другие, пальмы здесь другие. Но самое классное будет этих бунгало обитать. Волейбольная площадка. Основной атрибут нашего отдыха. Вот сейчас мы, скорее всего, на этих катерах и поплывем на остров Саона. Ну вот такое оно, Карибское побережье. Отличается оно от нашего района Бавара. Интересненько. Воду не пробовали еще на температуру. Но должна быть теплее. В общем, сели мы уже в катер. Сейчас будем стартовать. Наташа, иди третья к ним. Наш коллектив примерно в одном месте организовался. Да, Тарас, мы в этом месте организовали. Чуть-чуть здесь. Ой. Стартуют наши конкуренты. Придется нам их догонять. О-о-о-о. Мама сала вторая. Леха, мы отъезжаем. Сейчас не выйдет за борт. Все, стартанули. Уселись. По идее, нам придется пересаживаться. В море придется пересаживаться на катамаран, походу. Это шутка? Я не знаю, это шутка или нет. Но... И Валик сейчас выходит. Швартуемся мы тут в море.
Пойдем под парусом. Этот просто не мог так близко к берегу подойти. В общем, идет пересадка. В общем, пересадили нас на катамаран. Поначалу мы немножко расстроились, но говорят, здесь будет веселее. Здесь будет дискотека, танцы. Дискотека, тем более, пенная. В общем, посмотрим. Назад парус поднимем и пойдем. Девочки, мы еще не тронулись. А, вы тронулись другим способом? Ну, ладно. Ну, такие тут места есть, танцевальные более-менее. Ну. Утро только начинается, 8 марта, а уже все хорошо. Юра наслаждается пейзажами местных регионов. Девочки танцевали, уже перестали танцевать. А где танцы ваши? Тарас уже потанцевал, уже отдыхает. Люда тоже подустала чуть-чуть, все уставшие. Ну, вот главное, когда мы парус поднимем, вот это будет весело. Наталья, танцуй, на тебя все так смотрели, а ты уже... Украина самая активная. В общем, уходим мы в открытое море. Наш коллектив очень добролюб, доброжелательный, хороший. Серый, ты там эти... Кому-то очень нравится. Не заговаривай зубы. Не заводись. И вот выход! В общем, плывем мы вдоль побережья, и как видите, дно видно. Хотя здесь очень глубоко. Это Карибское море, детка. Растительность пошла другая. Там была пальмовая роща. Здесь какая-то непонятное растение. В общем, следуем мы в направлении острова Саона. Там жизнь здесь нравится. Здесь красивая прозрачная вода. Четвертая, пятая. Хороший у нас катамаранчик. Все включено. Туалет есть, душ есть. Американцы есть, европейцы. Европейцы, это я. Мне очень нравится, да. Народ натанцевался, отдыхает немножко. Это вот с другой стороны нашего судна. Посмотрите, какая гладь, какая красота. И здесь кают, пожалуйста. А это наши девочки, мальчики. Все довольны, все танцуют. А это мы сейчас подплываем в эту лагунку. И тут будем купаться. Там, говорят, звездочки и всевозможные прелести Карибского моря. Он напротив Кесаона. Рядом за капитаном есть место, когда вы будете идти на вода, назад будет всегда. Пожалуйста, да? Да, место. У нас будет временная лодка, которую вы не видите. И потом, пока-пока, да?
Чао, 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 Микки Мау, как я говорил. Это да? Длинный наряд. Есть. Длинный наряд? На море есть. В общем, приплыли мы к зоне отдыха, к зоне купания. Спускается трап. Вернее, бросается якорь. Бросается якорь, и мы идем купаться. Вы посмотрите. Посмотрите, что здесь творится на этом Карибском море. Вот якорь лег. Сейчас будем подтягивать. Подтяжка ручная. Ну, ничего страшного. Так эффективнее. Эффективнее намного. Ручная подтяжка эффективнее. Да, она эффективнее. Да. Она более аккуратнее. Она более надежная. Надежная. Все, якорь заброшен. Корабль остановлен. Она не провалится. У нас все рядом. It's okay! Модная видеосвязь. Это вам, конечно, не GoPro. Мы предпочитаем классические виды съемки. Но у нас нет. Мы предпочитаем классические. А то смотри, там желтое, там желтое. Ну там желтое. А такого ни у кого нет. Так, где звездочки? Звездочки давайте искать. Маска. Монопло... Султаном? В общем, мы еще на пути следования к острову Саона. У нас тут в море небольшое купание. Вот наш агрегат. Сейчас пойдем по каюткам немножко полежим, отдохнем. Погодка немножко пасмурная, и это хорошо, как ни странно. Потому что здесь даже в марте месяце, в начале марта очень жарко. Такой у нас вот катамаранчик. Можно внутри поплавать. Тут Катя плавает, да, какая-то рыба морская. Звезда пятиконечная. Серега, где мы на песке ездили, я тебе рассказывал? Сеньорита, поехали! Пока-пока! Ну, давай, давай, ты сделай, сделай, сделай. В общем, будем сейчас трогать. Усыпано просто звездами. А ну, держи. Просто плывем на корабле, а под нами звезды. На корабле звезды и под кораблем. Согласны? Да. 8 звезд сегодня. Символически под 8 марта. Забыли такую световую камню Карибского моря. И перламутровые берега, мы их так называем. Вот у нас дискуссии образовались. Этот парень учился в Киеве. Есть разные группы. Да, ну как, я всегда удивлялся таким людям, честно, так вот, без образования. Молодец.
Да, я. Вот, ребята, это наш парень. Вы видели, ребята, это наш парень, он в Киеве учился. Настоящий хохол. Это наши друзья, это наши друзья. Чаечки за нами летят. Плывем мы вдоль острова, не спешим. Нас почему-то все время все обгоняют, они, наверное, куда-то торопятся. Но вы знаете, что в наше время кто не торопится, тот и счастлив. Поэтому мы не торопимся, мы отдыхаем. Они, видимо, спешат куда-то. У нас свой релакс на корабле. It's okay? It's okay. Опа, 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 опа. Отдыхаем хорошо. Какой у нас вот катамаранчик плывет. У нас получается такой не пляжный у нас отдых, а такой более водный. На ходу плывем и отдыхаем. В общем, прибыли мы на остров Саона. На один из пляжей. Их тут, оказывается, очень много. Сейчас у нас будет трансфер, потому что наш катамаран, нет у него возможности подплыть близко к берегу. Вот это, скорее всего, едет парень за нами. Смотрите, какая тут чистая вода. Какая красота. Вот прибыл наш трансфер. Сейчас мы сюда плавненько пересаживаемся. И плывем на остров Баунти, как говорят, его называют. Саона или Баунти. В данный момент мы прочитаем его название как Баунти. Вперед. В общем, наконец-то наш катер приближается к острову Саона, к которому мы очень долго шли и ехали. И вот он. Вот он, красавчик. Посмотрите, какие цвета. Посмотрите, какие цвета. Ой-ой-ой, ребята. Фрегат у нас очень хорошая, веселенькая. Подплываем мы наконец-то. Так уже хочется купаться. Наконец-то. И под этими пальмочками полежать. Такими красивыми. Какого-нибудь рома выпить, да? Рома выпить, можно даже. Доминиканского, конечно. Ну, лобстеры, говорят, сейчас незаконно, но думаю, мы их найдем. Мы, да, на наш, как на наш любимый остров, да? На наш любимый остров Саона. Сразу обезьянки тут трещат, птички. Ребята, это рай какой-то. Рай второй или первый. Идем. Вот такая вот красота, вот такие вот цвета, вот такие вот деревья, вот такие вот леса. Вот наша группа, вот мы только что прибыли, вот наш катер. Сейчас идем, сейчас, по идее, нас должны будут покормить. Ну, тут сразу по-другому. И пальмы уже третьего вида. Тут уже они более толстые, опять же, более низкие. Смотри, какие. И там уже джунгли пошли. Там уже просто реальные джунгли. Петухи, курицы тут. Ну, это у них сельское хозяйство тут развито. Это народная охрана тут, народный стиль.
общем, идем и заходим в джунгли. Из одного побережья сейчас переходим на другую сторону острова. Да, Тарас, мы переходим сейчас на другую сторону острова. Да, другую, более дикую, дикую. Более дикую, да. Тут же дикую. Тут дикая природа, дикие джунгли тут у нас, видите. Вот такие вот дикие джунгли. Дикие джунгли. Но сколько здесь много людей. Таких туристов, как мы. Там вот, смотрите, пошла туда дорога. На пляж какой-то. Стор Бич, это оно такое, ну, типа... Внимание, мы с вами поворачиваем направо. Пожалуйста. Ну, в общем, куча тут пляжей. Я думал, там пляжи, знаешь, там 2-3-4, а тут пляжи, тут, я не знаю, там 20-ки пляжей. Очень много пляжей. Да, вышли мы уже на противоположную сторону острова. Тут, как мне подсказывают, это уже наша Маринская. Маринская каховочка, да, хорошая каховочка в добрые советские времена. Смотрите, как красиво. Видели, как красиво? Вам нравится, Тарас? Да, мне нравится здесь, правда. Здесь очень хорошо, тем более нас сейчас тут будут кормить. Очень напоминает Скадовск 86-го года. Да. Сейчас будет, видимо, перекус. Вот мы прибыли, наконец-то, на один из пляжей острова Саона. Тут, конечно, все по-другому. Здесь вот не мягенький песочек, а такой, как бы, немножко ракушняк. Чем-то похож на Арбатскую стрелку. Море голубое, красивое. Ой, красиво. Вот такой пляж. Сейчас начнет обед и ром. Вот такие тут пальмочки. Кривенькие, очень популярные. Это у нас Лена разминается перед волейболом. Вот такие пальмочки. Баунти. Райский уголок, как ни говори. Вот там наш лагерь расположился. А пошли такие запахи шашлычка. И здесь нам готовят кушать. Сейчас мы будем ужинать. Ой, извините, обедать. Ром, кола. Включены. Юля у нас тут отдыхает вместе с Влад. Да, но этих людей не исправить. Волейбол сила. Это, я так понимаю, название нашего пляжа. В общем, остров превосходен. На самом деле он не очень мал. Здесь пляжей я не могу даже подумать, сколько их, но очень много. Кто бы еще поиграл, или когда бы еще поиграли клуб 365, на берегу Карибского моря на острове Саона волейбольчик. А это наш представитель. Молодец, хороший парень. Мы отдаем ему 5 баллов. Вот такие пальмочки мне нравятся. Изогнутые и растущие вверх. Вот как это. Вот как это.
Обследовал, нигде кокосов нету. Обед обед готовится. Вон кокос. Сейчас пойдем срывать его. Сейчас берем мачете и идем его срывать. Такие вот пляжи острова. Ну и здесь тоже есть группы такие, просто лежат, отдыхают, просто загорают. Пальмы красивые. Пальмы очень красивые. И вообще все красиво. А вот наши друзья очень красивые. А это вот такой, видите, немножко заброшенный пляж. Видите, кокосы валяются, все валяется. Столы немножко не ухожены. Ну, вот эти пальмы изогнутые. Это новый стиль, я про них раньше и не знал. Это новый стиль изогнутых пальм. Видели? Такие пальмочки. Такая, можно сказать, территория немножко в отдыхе. И я думаю, этим пальмам и берегу всем пойдет на пользу такой отдых. Нужно чередовать места отдыха даже на пляже, на этом острове. И от этого будет только лучше в природе. И вот опять очередная наша изогнутая пальма. Вот эти изогнутые пальмы. Они тут, видимо, самые интересные. Красота. Такое у нас питание. Стоим в очереди. Питание, да. На острове Саона просто стоим в плавках и идем кушать. Перчатки всем одевать? Тарас, и тебе заставили? Вообще всех заставили. Хотя я же говорил, что я знаю тех и тех и тех. Нет, не повлияет. Да. Так вот, все еду просто берут и насыпают, да? Все еду берут, да. Все еду берут и насыпают. А, паста? Пасту готовят. Нас кормят пастой хорошей. Какую она готовит пасту? Смотри, все вкусненько, все отлично. Все свежее. Все свежее. На Саоне все всегда свежее. Все свеженько. Вот такие вот блюдечки тут. Ой, красота. Огурцов набрал, как на 4 дома их не ели, ага. Понимаешь? Огурцов не ели. Огурцов набрал, как то Марьяна ж никогда не ела. Как будто я говорю, капусты можно и дома поесть. Да. Не ели огурцов лазаватки. Лазаватские огурцы не самые лучшие. Да. Ох, Наташка мужья. Тараса нужно много ложить, конечно. Нет, чуть-чуть только, один мушку и все. А, одну мушку? Да. Все. Отлично, все. Мы же всего набрали. Грибов нет у нас. Я грибы не ем. Овощи пошли, пошли овощи. Вот наш прекрасный 30-й стол. Это 30-й, да, это 30-й стол. Все. Ну, в общем, все, решили мы, в общем, перекусить за 30-м столом.
Это чувак наш, он нам помогал сегодня. Да. Он помогал, убирал наш 30-й стол. Он 30-й стол нам помогал убирать. Он хороший мальчик. Может ему этого дать? Может ему гречки дать? Хайда! Кареберес! Он на измене, что да, может... ничего. А что ему дать? Давайте. Да, доллар я ему дам. А, доллар. О, Калебера. На измене. Я думал, ну, классный. Нет. Он мне понравился. Иди сюда. Давай быстро, 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 давай, быстро. Давай. Быстро, быстро. Иди, да бей, давай сюда быстро. Сюда. Да, блин, мама наругала. Не, ну это наш парень, это наш друг. Давай быстренько сюда, быстро, быстро. Да ему конфеты не интересуют. Он купит себе. Он не фою. Все, very good. Дай ему так кулачок. Дай ему кулачок. Все, давай, давай. Viva Las Vegas. Все, окей. Давай, мама, 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 мама. Беги. Так, ну хорошо, ребята, вы сидите, кушайте. Вы мне скажите, вам здесь нравится кушать или не очень? Я дала. Да. Наталья, вам нравится кушать здесь? А я доллар достала, думаю, дам самое маленькое. Наталья, доллары, понятно, доллары важнее всего. Вкусненько, Серый? Еще не знаю. Людочка, вкусно вам? Нравится? Против? Сергей, давайте выпьем. Так вкусненько. Все, покидаем мы наш прекрасный остров Саона. Отдыхаем хорошо. Они не хотят уезжать. Поебали все лаве, заработаем еще. Они не хотят уезжать. Не хотят. Не хотят они уезжать. Тут техническая часть, генераторы, канализация, водопровод. Тут все. Тут все у них классно. Вот главный бухгалтер идет. В хорошем настроении. Это самое основное. Замыкающий. Замыкающий, да. И сейчас мы углубляемся в чащу джунглей. Сейчас будет темно. Видите, такие, тут уже такие чуть-чуть дикие заброшенные джунгли. Остров-то, в принципе, посещаем людьми. Вот так вот выглядят дикие джунгли. Дикие джунгли выглядят так. Переходим мы остров все-таки с небольшим страхом. Ну, я шучу, бояться нечего. У нас хорошие охранники, путеводители. Вот наш путеводитель. Я ему отдаю полный зачет. Как нашего путеводителя звать? Джонатан. Как? Джонатан. Джонатан. Джонатан, ну супер. Лучший путеводитель вообще. Я вам приглашаю в Доминиканской Республике. Сегодня мы здесь на Саона острова. Мы смотрим здесь, это панорама, красивая панорама. А вы видели, это экскурсия, самая хорошая экскурсия в Доминиканской Республике. Наверное, как вы отдыхаете в Доминиканской Республике, надо вопрос. А где Джонатан? Вот за Вива Гатерия. И всегда будет красивая, прекрасно, хорошая неотдела с нами здесь. Смотрите. Не, все, Джонатан, мне вот это Джонатан. Джонатан. Джонатан, о, Джонатан молодец. Доминикана и Украин, Франчип. Да, Украин, да. наш френд. Это It's друзья okay. мои, хорошие, добрые, наши браты в Доминиканской Республике. О, thank you very much, классно. Смотрите, это панорама, налево фамилия. Ну, это уже панорамы. Уже спидботы ждут всех. Но у нас более спортивный где-то спидбот, там где-то чуть дальше. Такие тут дикие джунгли. О, а это кто сидит? Это вот такой лазоватский домик у нас. Лазоватки точно такие же. Лазоватка, Марьяновка. По 180 гривен в сутки. О, тут уже такие мошняковые пальмушечки. О, петухи и курочки поют. В общем, все, ребята. Прошел прекрасный день, 8 марта. Будем мы собираться ехать домой. Ну, главный район Пунта-Кана, райончик Бавара. Хороший райончик, нам очень нравится. Вот туда мы сейчас и будем отплывать. Для этого, видите, сколько тут спидботов, лодочек, моторочек.
И это все в элемент коронавируса. Ну, будем плыть. Мы готовы. Аляверко! В общем, покидаем мы наш любимый остров Саона. Где-то мы сюда вернемся, не знаю, месяца через 3-4, когда-то вернемся. И будем здесь еще купаться. Некрасивая фотография. Да. Вот. Это тут нас ждет один наш из видов катамарана. Вася, иди завтракать. Ух, Вася! Все в хорошем настроении, едут, довольны. Всех качает. А видели, волна пошла, видели? Видели, какая волна пошла? Катя, ты видела? По волнам. По волнам. Да, тяжело нам прощаться с таким прекрасным островом. Ну, что делаешь? Кривый Рог нас зовет. Скобец, какой Кривый Рог. Все, окей. Да. Красота. Красота прекрасного города. Наталья? В этот замечательный. Саона? Наташа, моя любовь. Так, вот мы все, мы отплыли, швартуемся. Кто-то уже отдыхает. У нас тут серьезные технологии. Нам нужно пересесть на более скоростной катер. Серьезно, замечательно. Не, ну видишь, ну почему-то мы же не могли туда доплыть сюда, на этом катере. Не забываем доплыть там до нашего чудесного отеля. А тут же будет дискотека, говорили, да? Пенная. Пенная? Да. Ой, это наши друзья уже, мы их знаем, они нас ждут. Пересели мы на свой катер, который нас довезет. В общем, плывем. Все устали, все уже боятся. Наташа устала уже, бедненькая. Она так сегодня снимала, хорошо занималась, вообще молодец. Ну, вот так капитан что-то говорит важное. Кукуруза? Ой, ребята, я с утра, я думаю, это шутка. Я говорю, мы поднимем парус и пойдем под парусом. Это была не шутка, это была мечта. И она осуществится. Ребята, что нужно? Остров Савона. Так. А что еще нужно? Что еще нужно нам? Хорошее настроение. Прекрасно. Хороший напиток. Да. И парус. И парус. Вот мы сейчас пойдем. На шарика без топлива вообще пойдем хорошо. Не, ну ребята, под парусом, честно говорю, ни разу не ходил. Сейчас мы пойдем. Главное, чтобы он там, чтобы его не унесло. Ну сейчас мы пойдем под парусом. Ой, красота. Подтягивай, подтягивай. На себя бери. О! Вот, 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 да, 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 да. Правильно, 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 правильно. О! Ой, пошел пар. Ой, ребята, молочаги. Ой, красавцы, ой, красавцы. Теперь им еще надо научиться пользоваться. Нас уже раскручивает, вернее, разворачивает. О, еще чуть-чуть надо подтянуть, натянуть надо пару. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Еще 20 сантиметров. Yes! О! Ой, красота вообще. Да, да, подтягивай, подтягивай, хорошо подтягивай, натягивай, да, натягивай, натягивай. Еще пару оборотов, еще пару оборотов. Для бокового ветра. Для бокового ветра пошел. Это основное. Это мы пойдем под парусом. Это не то, что... Короче, такого не было. Реально идем под парусом. Мы пойдем под жестким парусом. Без топлива, без топлива. У нас топливо кончилось, пришлось идти на паруса. Ну вопрос, когда мы дойдем, а еще лучше нас не интересует, каюты есть. Быстрее после этого сдвигло, чем
так, да? И вот, ребята, Тарас, скажите, экономия топлива какая? Да, просто у нас закончилось топливо, случайно, то есть намного кругу нарезали вокруг острова, и нам пришлось... Много газа потратили на жарку рыбы. Жарили рыбу, кальмаров, омаров, да, и поэтому мы сейчас идем чисто по чистым парусам. У нас вот эти двух, не знаю, как он называется, двух ярусов или как. Сейчас будем марлин ловить. Марлин летом, да? Марлин ловит? Да? Марлин летом. Марлин. А, сейчас барракуда. А, барракуда. А там концерт, крючок и весна, и как? Это маленькая рыба, весна. Как искусственная рыба, да? На блесну? На блесну. Музыка играет, люди танцуют. Карибское море очень красивое. Сотрудник, один сотрудник тоже, наверное, вот чуть-чуть устал. Кому нужно, если что-то туда, то пожалуйста, заходите, там все уютно, там и, есть, да. Там все уютно и доступно, и бесплатно. Все отлично. Ребята, я опять забыл про паруса показать. Смотрите, мы идем под парусом. Если по-честному, конечно, кишки чуть подкачивают, но все равно парус, какую экономию энергии нам экономит. Вот, ребята, плывем. Главное, чтобы парусы натянули, они пишут нам подтягивают. Парус! Парус! Как нам поется? Порвали парус! Кайрус! Ой, Высоцкого люблю. А он тебя нет. Мы плывем на остров Гаити. Остров на остров. Тут у нас... Это реальный якорь. Мы видели, как он падал, как он нас держал. Мы никуда не девались. У нас есть Наталья такая. Она хочет говорила или не говорила? 18-23 лет. Здесь есть парень 28-33 лет. И мы идем дальше. Красота, какая красота. Вы это, может быть, не чувствуете, знаете, как оно плавно, плавно, знаете, как оно плавно заходит. Березня, квадра. Ну вот, ну так, если по-серьезно, вот и подплываем к нашему порту. У нас корабль очень спокойный, главное, что вообще, у нас все, самый спокойный корабль, что у нас все бесплатно. Главное, что вот, мы плывем за счет экологического чистого ветра. Все, мы экологии живем экологического океана. Да, 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 да. Это наш плюс. Это наша фишка. Да, наши... И поэтому мы сейчас приходим, швартуемся, нам еще дают по $3, потому что мы не использовали дизель. Совершенно правильно. Нам еще дают по $3. Да. Мы, ну как? Да, они их не дают налиской, но дают там... Рома. Рома? Парус спускается, мы приехали. Парус опускается. Энергию ветра мы больше использовать не будем. Все. Подъезжаем уже на остров. Главное, что весь коллектив в сборе. Это самое главное. Никого не потеряли.
Доминикано, кокаино. Смотри, какая красота. Там тоже, видите, качелька такая. В море. Хорошая пришвартовка. Ребята молодцы, мы борт отдаем. Сколько баллов? 20. Из 10 возможных 10. Don't let